слушали передачу «В рабочий пол». В Москве 2 часа дня. Белозеров, здравствуйте. Коротко о главном. Порядка новых соединений воинских частей будет сформировано в Западном военном округе. Оливера Стоуна, Владимира Путина показаны реальные кадры операции российской авиации в Сирии, заявляют в Кремле. И полиция перекрыла ряд улиц вокруг вокзала в близком Антверпене и проводит там...